инфляция в стране за год составила 12,86%. Рост цен выше уровня инфляции демонстрирует 64 товара из 117. Первые места занимают маргарин, кофе в зернах и печенье. В Тверской области выросли цены на два десятка наименований продуктов первой необходимости. На 3,23% подорожали помидоры, на 3,79% колбаса и на три целых двадцать семь сотых сметана.